Всем салют, мы продолжаем играть в Лимбо. Я остановился на месте, где мне надо съехать с горочки. И вот, я раздуплился, там вот была кнопочка. Вот. Почти. Короче, в чем суть? Я просто, когда падаю, мне надо успеть нажать эту вот кнопочку. Блин, опять объявление. Паника. И мне надо еще успеть попасть не на электрическую букву. Окей, сейчас. Здорово. Все, можно пока тут немножко передохнуть. Ага. Как все сложно, как все запутано. Так, что нам дает эта веревка? Ага, ничего не дает, мы просто по ней можем спуститься. Влево, вправо, допустим, влево. Неправильный выбор. Ну. Воу, аж отсюда начинать. Я же допрыгнул. Да, ну блин. А что такое? Сейчас все будет четенько. Ой, нет, стоп. Надо выждать момент подходящий. Вот. Круто. Так, значит, налево нам не надо, значит, нам надо направо. Потому что налево мы умираем. Да, справа нормально. Мы до сих пор живы. Ага. Что тут? Опять-то вот кнопочка, я понял. Оп. Оу, а оно временно? Ага, оно временно нам дает только эту гравитацию. Окей. Я думаю, я успею. Нет, не совсем. Так, тогда надо сделать как? Нужно первый раз его только отодвинуть. Вот как-то вот так вот сейчас. Потом второй раз. То же самое с ним сделать. Чуть меня не пришиб. Вот. Нормально. Есть, я успел. И... Что? Почему? А там я видел внизу, оно, короче, типа уклон, и поэтому оно ящик постоянно будет немножечко... В сторону клонить, хорошо. Значит, нет смысла его в самый конец двигать. Только не пришиби. Ага, вот, классно. Я не допрыгнул. И... да. Да. Окей. Еще раз попытка. Должен успеть. Успел? Вот. Здорово, успел.
Ага, тут тоже временно. Что? Я вижу вон там сверху, по-моему, яйцо или что-то такое, да? Воу! Воу! Что-то я не учел, да? Оно время от времени само включается, да? Ага. Походу, да, оно, короче, постоянно будет то там, то тут. То там, то тут. А что мне надо сделать? Вот эта вот штука магнит, что она делает? Ага, вот так вот. Блин. Только что первый раз получилось хорошо, очень вовремя, скажем так, но... Я не успел нажать. Не успел нажать. Так, сейчас я должен успеть. Да. Опа. Здорово. Тут, наверное, мне надо подождать, пока оно меня опустит нормально. Ага. А как мне тогда это все сделать? Я немножечко не понял. Я же не успею тут пробежать. Меня же он убьет. Ну да, он же меня убьет тупо. Ага, все, я понял. Вот, да, мне надо будет просто по потолку побежать. Угу. Окей. Вот так вот. Замечательно. Ага. Неожиданно. Я думал, что у меня уже не будет касаться эта гравитация. Рано прыгнул. А теперь поздно. Поздно. Еще разочек. Ах, почти. Почти, чуточку мне не хватило. Вот норм. Что тут? Ага. А почему? Надо как-то его выключить. Наверняка мне надо как-то его выключить, только где и как. Вот, что... Вау! Это я типа стекло разбил, да? Такая заставка, это получается, что все, конец? Нет? Или я умер тупо? Что? Почему такой слоу-мо? Что происходит? И
он очнулся. А, эта игра начинается заново, да? Если я правильно понимаю, то как бы я сейчас начну просто заново. Да? Да. Тогда вопрос на засыпку. А почему мне не дали ачивку? Типа прошел игру. Или я ее еще не прошел? А, я ее еще не прошел, вот. Я же бежал почему-то какой-то к девочке. Что-то за девочка. Ну, сейчас посмотрим. А. Вот и все. То есть он-то все делал, он все это время бежал, только за какой-то девочкой. Вот, все, теперь я прошел игру. Круто, здорово, молодежно, задорно. Окей. Замечательно, тогда будем считать, что я получил от этого, от этой игры удовольствие. Мне понравилось решать головоломки. Я действительно, я не смотрел, что как делать, я не посмотрел нигде в интернете. Ну, да ладно, да. Окей. Всем тогда вам спасибо за просмотр. Увидимся где-то в какой-то другой игре. И всем пока.